Астрологический прогноз на 25 июля 2023 года. Это вторник. Луна находится в знаке Весы и действуют рекомендации седьмых лунных суток. День хорош для дел, связанных со здоровьем, для учебы и сельскохозяйственных работ. Хорошо заключать союзы, подписывать соглашения, хорошо укреплять дружеские отношения, путешествовать и переезжать. Благоприятно в этот день впервые надевать новую одежду. В знаке огня. Овен, лев, стрелец. День хорош для встреч, поездок и покупок. Хорошо работать с документами, участвовать в переговорах и обсуждать свои планы с заинтересованными лицами. Ожидайте благоприятных обстоятельств, связанных с друзьями и знакомыми. В знаке земли. Телец, дева, козерог. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно получение денег, возможно удачные покупки. Хорошо завершать долгие дела и сдавать отчеты. День хорош для оздоровительных и косметических процедур. Знаки воздуха. Близнецы, весы, водолей. День хорош для украшения своей внешности и для решения личных вопросов. Хорошо проводить время с детьми и участвовать в развлекательных мероприятиях. День хорош для участия в публичных событиях. Благоприятно в любых обстоятельствах проявлять свои самые лучшие качества, таланты. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. Хороший день для хозяйственной деятельности и для участия в семейных событиях. Благоприятно заботиться о близких, хорошо делать покупки в дом, благоприятно исправлять ошибки и наводить порядок. День хорош также для участия в духовных церемониях. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.